Ну, а в принципе, то есть вы вообще не видите объектов для сатиры в нашей нынешней жизни? Объектов навалом. Понимаешь, но если честно говорить, я не очень люблю само слово. Ирония, юмор, пародия. Вы не любите эти слова, потому что эти слова синонимы Ширвинд. Вот Ширвинд, когда он станет именно отрицательным, и вот, вот будет через запятую, вот, со, вот с этим совсем перечисляться. Я человек самый ироничный, действительно, я про себя думаю хуже, чем про что бы то ни было. Хуже, чем при Жириновского. Представляешь, до какой степени самоунижения я дошел. Это признак гениальности, говорят, что вот, вот такое отношение к себе. Ну, не всякий человек, который самоиронии, он гений, но всякий гений должен обладать самоиронией. Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».